Всем привет, дорогие друзья, с вами Максон, это наша 19-я часть прохождения вампира. И сейчас мы будем бороться в театре за нашего друга-профессора. Очень много нам пришлось пережить. Еще кучу людей встретить и убить. Лишь бы до него добраться и узнать все-таки. So, Priwan never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Так, эти челики здесь обосновались. Их тут очень немного, это немало. Да, их тут очень много. Нет, главное, чтобы ты не успел свою стрелу тут отправить. Да ты чертов ублюдок. Да, нам придется изрядно попотеть, я смотрю. Кресты. Не понял. Доктор под столом, я так понимаю. Так, челик, ты тут один? Зачистим место, так сказать. Наверняка. Я думаю, что еще ребята подтянутся, когда начнется замес. Картечь. It's locked, all right. Так. Ходно принять бой будет. Как-то этажом ниже надо спуститься. Что-то он же там делает. Правильно. Правильно. Так, ну что ж, если бой затянется. Фуф-фуф-фуф. Так, а там дальше челик чё? Воу-воу. Знатно меня глуханул. Чёртовы демоны. Кто ещё из нас демон? Тихо, тихо, да тихо, ёпта! Минус один. Уф. Минус один еще. Наверное, за мной интересно смотреть, как я это увлеченный казню. Так. Отсчет Маккаула. Я дочитал дневник Дорис Флетчер с болью и ужасом пополам.
Так, господи, она собиралась распространить болезнь по всему Лондону. Так. Что-то еще бы интересно. Отказалась ему... Так, 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 так. Если стражи наконец смогут найти и уничтожить эту древнюю мерзость, это будет... Так, полагаю, что в 1666 маршал сделал ровно то же самое, что Рид собирается сделать сейчас. Все из-за этого... Из-за того, что эта тварь кошмар. Им подчиняться. Поэтому маршал уничтожил ее в 1066, а Рид убил Дорис, прежде чем она превратилась в такое. Не знаю. Они двое явно работают вместе. И Солнце им помогает. Сейчас я же отдам приказ, чтобы мы его арестовали и допросили. Что же Дорида, это чудовище, уничтожил сам. Потом разделаюсь с Иером Маршалом. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Так, конечно, все-таки непонятно. Очень много вопросов, типа. Теперь эта дверь открыта. Так, мы почти добрались. Прямо напротив мы можем видеть его. Понятно. Значит, таки надо через это газового чувака пройти. Йо, мэн. Вставай. Просто зарубили его нахер. Так, здесь что? Оба, все закрыто. Мемуары Уильяма Маршала. Братство Святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в соборе Святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными. Выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Согласился. Так-то так. Очень интересно, но очень много читать на самом деле. Так, он хотел, ну, избавиться от этого всего, ему это все надоело. Так, ну что, он хотел сделать противоядие? Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCallum drank. I had better keep that in mind. Так. Интересно, что там за сейф, который мы не можем открыть пока что. Edgar. Оба. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Да, это really я. Easy. Easy. Save your strength. Изи, тише, переводится, разве? Капец, они его пытали. Зачем? Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. О, скоро умрет. Diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? Возможно, мы сейчас встретим создателя. They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCallum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack. Я в шоке от того, что происходит, честно говоря. What became of him? Что с ним стало? Я его обратил. Delicate position when I made him an immortal. Really?
You sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation. Но он же не хотел быть вампиром, мы его сделали вампиром. William Marshall. Yes, they tortured me to make me. Возможно, Уильям Маршалл и есть наш создатель. Так, ну вы что скрываете? What do you mean? Вы о чем? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round. Я не готов к еще одному допросу. Вы должны мне что-то объяснить. The epidemic. I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Дорис Флетчер заразилась в нашей больнице. Дорис Флетчер visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. Может быть, это он начал? Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones. Это дочь Харри Джонс. They exhibited the same. И они обе заразились. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? И знаете, где мы? Где все и началось? I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. Но одного раза могло ей хватить. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance, just like her mother, a symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. Но у них не совсем бешенство было, у них осознанная ярость. Come on, Edgar. How could I? Так. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. Лечил What? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. Он давал кровь вампира. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my you research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed two of your patients at the same time. How dare you judge me? Must I name the alarming list of your victims? We are both deceivers. But at least I know I'm a monster. Жесть, это он начал эпидемию. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Так. Давайте его убьем, он все равно умрет. А мы кровь попьем. Yes. Your death is imminent, Dr. Swansea. But I swear it will be quick. I already told you to call me Edgar. Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir. You have lied to me at every step and betrayed the trust of a woman I cherish. You and the lady? Really? Well, I should have seen it coming, I suppose. May Что он должен был сказать? Welcome this. The biting, I mean. You have your wish. Is it going to hurt?
Всегда было интересно, будет больно или нет. Блин, я думал, мы этого рыцаря все-таки встретим здесь. Так. Противоядие. Маленький ключ. Ой, крест у него есть. It's locked. It's Блин, locked. А чего-то тут ключ должен быть. Интересно. Музыка еще играет. Район пострадает от моих действий. А что я такого сделал? Так, казалось бы. Так, что, меня даже никто не будет это гасить? Кто базарит? Слышали? Где тут еще стрелок был? Странно. Кто-то прям базарил. Но никого нет. Возможно, на улице. Ну, погнали. Посмотрим, что нам скажет леди Эшбери. Ну, все вот это вот произошедшее. Так, просто побежим посюда. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Так, теперь тебя охотники на ведьм кругом. Turn around, sir. Чё-то идёт. Мне дальше надо идти. Давай, ты ж только что тут ходил за вперед. Он меня бесит. Нет, все-таки надо будет подраться. Не попал. В смысле, это же наш дом? Ты чё? Чем меня бесишь? Иди сюда. А тут сейчас этих созовешь? Ну, смотри, какая мразь, да? Чё там стрюл свой натягиваешь? Щу, щу, щу. О-о-о!
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всем лежать. Так, теперь можем? Теперь можем. Так, собак. Сюда, на базу. Не урчи. Ой, дорогие друзья. Какой-то полный хаос происходит. Оп. Где там наша подруга? Не понял. It's locked, all right. Привет. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? Вам нас конкретно влюбилась? The worst, actually. Please, speak up. Так, и что? Is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge. Он и виноват был. What? Are you certain? This is the most terrible. Это же страшнейшее обвинение. Так он уже труп, на него можно все скинуть. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic, but he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Он переступил нормы морали. Он был глупцом, он был преступником. Я думал, мораль перешагнул. His theory could have been proven to be correct, but he abused the confidence of his patients to test it. I must say, I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected. And how she became an Ichor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. Нам надо... I have one more matter to discuss with you. Harriet была разносчиком. Was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Elizabeth. Are you all right? No, I have to go. What do you mean? Возможно, она больна теперь. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood cause this? Stay away from me. Please. I swear I never was your enemy. Wait. No. Elizabeth. Блин, картину засрали. No. Охренеть, у нас сейчас сколько будет заданий. Всем же надо будет объяснять, что мы нашли противоядие, грубо говоря. Но это же будет мега сложно. Три места надо посетить. Ну, начнем, я думаю, мы... Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need.
Так, у нас 8600 опыта. Это очень много. Так, интересно, через сюда можно зайти или нет? It's locked. Да ёпта! Точно, опять через сюда обходить. Это ужасно. Так, друзья, ну что ж. Тогда пойдем до больницы. Прокачаемся. Найдем инсулин. И только потом пойдем уже в другие места. Потому что по-другому никак. Черт бы его побрал, но по-другому никак. Тем более здесь еще всякие дауны трутся в виде вампиров. Так, нам сейчас по коридору прямо, потом налево. Чёртовы ублюдки. Так, от простуды мы вроде поможем помочь. Да? Your work. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Так, от неврологии мы можем вроде помочь. Evening. Newton is confused. It makes me sad and angry. His love for you is genuine. Newton still has to accept it, knowing he'll. Так, есть у нас средства, давайте ему дадим. I'm certain you have your reasons. It is true. You risked your life to save me. Goodbye, Mr. Tam. Теперь они будут здоровы, может мы чем-нибудь потом от них узнаем. Мы же не знаем, что мы найдем потом у них в этом. В этом самом месте. Интересно, как их подслушать мне? Чё они задумали? Чё-то они задумали у нас в больнице. Офигеть, неужели? Неужели мы теперь можем их подстеречь? Потому что, может быть, они нам и лгали. Во, офигеть место. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Чё? Чё с ним? Типа он не выживет или чё? Очень странные загадки, друзья. Нам надо выяснить, что за херня. Так, что, от мигрени у нас что есть? На месте. Good evening. And good evening. Есть. Do you need wood? There is no shame in helping each other. Many doctors I had known are too cynical to think. Goodbye, Dr. Strickland. Давай, доктор, держись. I'm willing to give you the benefit of the doubt. Кому ты позволишь оправдаться? Доктор. Чё стало? Good evening.
Your son wished to die, Beatrice. Are you not aware suicide is a crime? I understand you fear the legal consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize... Так, и чё она? Ага, хотел покончить с собой. Да, херово дело. Все лечатся почти у нас. Your silence significantly affects your son's case. All my son needs is help. Goodbye, Mrs. А ты че скажешь? Good evening. I'm okay. Суицидник. Admit it, Mortimer. Your mother had... Yes, it's true. All right, then. This is the first... Call it what you want, Dr. Reed. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after... After my death. But... I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter... You can trust me. I won't report you to the authorities. I guess I should... Так, ладно. Теперь мы знаем, что он суицидник. Вот что они скрывали. Ну, не самое плохое, что можно было узнать. Так, кстати, нам надо найти в морге, я так понимаю. Так, ну что ж, давайте сходим подеремся. Отправляемся в морг. As I die.
Явно должно быть где-то в середине, чтобы мы типа не зря подрались. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, странно это все. То есть... Все ящики пустые. Видите, вот этот... Эта дверь открылась. То есть, как по мне, это какой-то чертов знак. There it is. Insulin. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous. Ты слепой. Thank you, Dr. Polescu. Так, ну что ж, на этом все. Мы слепые, оказывается, она вот так вот и лежала. Хотя как-то должна как-то подсвечиваться, я не знаю. Просто на общем фоне ее даже незаметно, как по мне. Не знаю. Каково, конечно, ваше мнение, но мое это как-то сейчас она лежала вообще неосторожно, эти медикаменты. Разве нет? Как-то странновато это все. Так, ну что ж, вот наша больничка. Вот. И сейчас мы пойдем прокачиваться. У нас почти 9000 опыта. Я предполагаю, что нужно это сделать. Прокачаться. Что тут можно переработать? Мешок с мусором. О, да, мешок с мусором. С чем это прокачивать штуку? Непонятно. Не хватает нам. Так, револьвер тоже можно улучшить. Пока есть детальки, почему бы и нет. Так, и давайте прокачаемся. В тайнике у нас ничего нет. Приляжем отдохнуть. Так, у нас посидеть еще. Надо использовать с умом. Так. тысячи отдать, это вообще мощно, конечно. Так, мы очень можем пострадать при дальнейших сражениях. Это, я не знаю, надо себя как-то надо разумно поступить, я считаю. Тут тоже 3000 сходу. Так, можем делать большой взрыв, и мы и без этого сможем поглощать, как по мне, кровь. Так. Тут тоже надо. Делаем беззащитным. Кровь бьет фонтаном с тела плотини, которое можно пить, не прикасаясь к нему. Здесь что? Вы более уверенно управляете кровью жертвы, во время действия эффекта усиливается. То есть длительность контроля. Либо получаем кровь. Пока оставим. Пикирование, ну, тоже на кому как, на вкус и цвет.
Я вот все за здоровье переживаю, которое у нас уменьшается просто в разы. Надо как-то разумно прокачиваться, как по мне. Не отдавать прям все. Давайте отхил себе сделаем, чтобы могли, если что, восстановиться не слабо. Так, ну и посмотрим, что мы можем еще сделать. Увеличить свою выносливость. Или же что-нибудь еще. Так, носить с собой патроны. Эта вещь нас спасает постоянно. Так, что-нибудь еще можем прокачать? Можем. Укус. Почти 30 уровень. Ну что ж, на этом теперь точно все. Мама, анархия. Необъяснимое исчезновение. Так, о судьбе толпа общества сообщила пресса. А. Закрыли больницу. Че, они прям все мертвые стали на следующий день? Охренеть. Но это по сюжету уже происходит. Не я же виноват. Тут все идет по сюжету так. Ну ладно. Ладно, как бы. Состояние враждебное, но тут никого. It's locked. Теперь тут скали. И типа нам этот район не восстановить, я так понимаю. Жесть. Жесть, просто жесть. Ну да ладно. Дальше мы уже узнаем, что будет дальше. Дальше мы узнаем, что будет дальше. Действительно, Макс, он просто великий летсплеер. Скоро будет видно, найдем противоядие, каков будет, я так понимаю, возможен финал, или мы сможем еще бродить. Фиг его знает. Ладно, всем до скорого. Пока-пока.